И всем привет, с тобой Калантайка. Если что, мы играем в Roblox, игрушку под названием Anime Fighters. И у нас давно не было видосов по этой игре. Дело в том, что в этой игре реально через какой-то момент начинается очень сложно, очень интересно и очень не хочется играть. Но из-за того, что тут прикольные классные локации, плюс еще сегодня будет обновление, меня все-таки вы вынудили. Ну а если тебе нравится этот режим и ты хочешь почаще его видеть, обязательно ставь лайк, обязательно подписывайся. Блин, Лего выпало, ты прикинь, вот думал сейчас вот тебе на... Две Леги выпало, да ты серьезно? Гонишь? А, ну теперь опять все заново, мифик, потом лего. А, нет, мифик это круче, да? А, нет, все нормально, ладно. Я уже испугался, думал уже какая-то фигня. В общем, если кто не знал, тут очень интересное открытие вот этих звезд, этих яиц. И да, наконец-то, кстати, ты вот сейчас у меня лицезрел, что у меня открыт триал, по-моему, до 40 какого-то. Помогли прям вот на этом сервере, у меня никого тут в друзьях нету. Вот ты сейчас увидишь, вообще никого в друзьях нету. Просто я увидел в чате, что кто-то кому-то как-то помогает в триал. То есть, говорит, там чувак говорит, и приходи еще в триал, я тебе сейчас проведу, помогу. Я тоже подвязался, мы прошли все вместе, и, в принципе, было круто. Нахожусь я в локации сам по себе в Demon Slayer, по-моему. Вот, анимеху эту не смотрел, если что, мне все советуют ее, кстати, посмотреть, но у меня пока времени нету. Возможно, до меня дойдет, до нее, ну, в принципе, мне современные анимехи не очень-то нравятся, поэтому, может быть, мне она даже не понравится. Ну, ладно, обязательно погляну, посмотрю, может быть, и все-таки затянет когда-нибудь. Вот, в этой локации все очень долго происходит, поэтому я как раз и хотел бы записать этот ролик, прям вот офигительно. У меня сейчас, видишь, демонов третьих надо убивать, я их убиваю 10 лет. Смотри, по дамагу. То есть, если сейчас еще так вот автокликер сейчас на низ поставим. Ну ты глянь, там вообще по чуть-чуть, по крохотуле просто убавляется у него. Это так на самом деле нудно. Такой сидишь, играешь, такой, блин, а нужно мне это вообще или нет? Вообще не понимаешь, кстати. Ладно, так, уберем. Хотел в этой игре быть вообще без доната, еще изначально, но в какой-то момент, ну, хотел добавить себе, чтобы у меня открывание по звездам было, но мне объяснили, что тут можно это сделать без этого, а за как раз триал вот открыть звезды, и благо, что меня уже сбила эта фигня. Но из-за того, что вот сейчас дамаг очень слабый, плюс еще в следующих локациях я вообще трындец офигеваю, что там будет. Плюс еще сегодня выйдет новое обновление, и там, скорее всего, тоже новая локация добавится, я так думаю, на 120-е левела, да? И там вообще трындец, потому что с 90-х по 100-й там качаются ребята прям дофига времени. Я хотел бы купить... Ну, точнее, куплю сейчас, кто бы что бы ни говорил, кто не был бы обижен, тут, блин, взял Калантайка, типа, возьмет и продастся и купит донат в этой игре. Хотел бы купить донат вот этот вот, плюс 2 пета, эквип могу теперь ставить 5 петов в этой игре. Во-первых, поддержать игру, во-вторых, это реально меня бустанет. Все остальное я не буду покупать, ну, по крайней мере, я не вижу там каких-то приколов. Я так посмотрел, почитал и никаких приколов не увидел. То есть даже вот это плюс еще тройное открытие, ну, не надо мне. Автокликер, зачем автокликер, если автокликер как таковой существующий? И кликать тут нужно только вот так вот вниз. Не знаю, не знаю, в чем прикол еще тут можно как-то... жить. Не знаю. Ладно, теперь у нас 5 петов. Мы можем поставить еще вот этих вот обычных. Даже я это фусы, да, сделал? Так, эквип, эквип. Все, у нас теперь 5 петов. Я думаю, мы намного побыстрее сейчас будем бить. Плюс еще вот открываю я третьего мифика. Скорее всего, открою сегодня уже, наверное, себе открою третьего мифика. Я уже рассказывал, Пенни это один из самых первых мификов, и по дамагу он не так сильно отличается от других мификов. То есть, если я сейчас открою мифика в той локации, в которой я показывал, по-моему, в Геройской Академии я, по-моему, открываю, не помню точно. Вот. Если там открою, то он будет, конечно, сильнее доктора Долфина, но не так сильно. Или слабее он будет. Подожди, по локациям надо посмотреть, пока они там сейчас вот добьют у меня его. Ладно. Пускай они не добивают. Убежим, посмотрим. Но вы сами лицезреете, что очень-очень сложно играть в этой игре и как-то проходить. Ну, то есть очень много времени тратишь. Поэтому вот так вот решил. Кстати, у меня до гулей вообще фигня. То есть у меня уже сегодня было 50. Было, по-моему, до 20-ки я сейчас скинул. Ну, то есть пооткрывал от этих петов. Плюс еще...
до 20-ки скинул, плюс еще в триале я набрал где-то, вот получается, 30-ку. Офигительно вообще, много, кстати, в триале набрал. Так, в Геройской Академии. Да? Да, в Геройской Академии я открываю. Да, тут будет мифик у меня намного круче, чем в вот этот Доктор Долфин, по-моему, да? Это у нас он идет. Вот тут вот, по-моему. Да. Но и это еще не все. Кстати, хотел показать по достижениям. Я уже забыл про них. В каждой локации есть у нас сеть квестов. Это последнее, по-моему, обновление было. И в Demon Slayer я как раз вот эти вот квесты прохожу. Вот видишь, у меня демон третьих убивать. Ну, не просто так, я тебе и показывал, что демон третьих мне надо убивать. Но в каждой локации, когда ты проходишь всю линейку квестов, тебе дают вот эти вот, как бы, наши вот эти вот... Не знаю, повозки, транспорт. Транспорт появляется у нас. И тут самый топовый транспорт появился у меня в предыдущей локации. Ты такого транспорта в игре еще, наверное, не видел. Ну, скорее всего, если ты играешь, то, конечно же, видел. Но у гигантов самый топовый транспорт на данный момент. Возможно, там будет круче транспорт, быстрее транспорт, но самый красивый транспорт, да, все правильно говорю, это вот как раз у титанов. Это вообще, ну, или как там, гигантов, титанов. Я не знаю, честно, атака титанов, да, называется, наверное, или атака гигантов. Путаю, я тоже не смотрел вот эту аниме. И... Да, Титана. Атака Титана все-таки. И вот, давайте оденем его. Вот так вот, подожди. Сейчас, офигеть, как выглядит. Опа! Смотри, мы превращаемся прям в полноценного Титана и можем за него бегать. Это очень и очень круто. Кстати, в этой игре не надо покупать всякие телепорты, потому что тут достаточно удобная система телепортации. То есть ты можешь сразу выбирать как угодно. Если было бы по одной штучке, ну то есть я постоянно бы вниз шел бы, то да, я, возможно, бы купил бы себе телепорт и было бы поприятнее это все. Ну а так, тут глянь, ты смотри, какой красавчик. В общем, вот на таком этапе я в этой игре. И на самом деле из-за того, что Пет-симулятор X вышел, я немножко вот как бы тут застрял, вот в Demon Slayer. Надеюсь, что я пройду, потому что я сейчас уже, видишь, уже и петов купил. Ну, то есть я планирую проходить, не просто так, я купил петов и все, опять забросил. Вот, надеюсь, дойду до Гули. Хотел вообще по плану до Гули дойти сегодня, но я так подумал, что это мне не особо выгодно. Мне проще либо тут Легу открыть, либо в Геройской Академии выбить себе мифика. То есть лучше, наверное, мифика выбить и его прокачать. Вот как раз будет третий у меня мифик, ну, то есть полноценный до 60-го левела. И уже открыть Легу из вот последней локации и тогда уже идти в Гули. Ну, то есть, это, на самом деле, по времени полдня. Чтобы вы понимали, это реально очень долго для меня будет, потому что тут по 800к открытий, еще 200 открытий, у меня будет Лего. Ну, возможно, мне повезет и дадут мне ее чуть-чуть пораньше. Прям чуточку пораньше. Но хорошо, что мы в Геройской Академии, у меня получилось так, что мне дали возможность на мифика. То есть 7000 открытий, и все, и мифика у нас будет в кармане. В общем, вот такие вот дела. Вот такой вот у меня итог. Я еще, кстати, ни один код не вводил. И коды полноценные, я говорил про них, но пока что, грубо говоря, их не знаю. Ну, то есть я в этой игре еще не вводил коды, я хочу их вводить только в последней локации, которая выйдет. Вот дойду до последней локации, там уже начну вводить коды. В общем, вот такие вот у меня планы на эту игру. Ну, а с тобой был Калантайка, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, и всем, ребят, пока-пока.